Гречка по-купечески – блюдо из гречневой крупы и куриной грудки, которое, как видно по названию, очень любила купеческая каста в России. Сегодня мы приготовим это вкусное блюдо в мультиварке. Гречка по-купечески в мультиварке – это блюдо, которое готовить очень легко в принципе, а уж в мультиварке, тем более, практически все делает техника, от вас требуется лишь добавлять ингредиенты и вовремя нажимать нужные кнопки. А этом вам поможет мой рецепт гречки по-купечески в мультиварке, отличный вариант полноценного горячего блюда для тех, кто по каким-то причинам не хочет или не может возиться у плиты. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовим все необходимые ингредиенты. Грудку хорошенько промываем под проточной водой, нарезаем на небольшие кусочки и отправляем жариться на растительном масле в мультиварке на режиме жарить, устанавливаем 20 минут. Курицу перемешиваем, чтоб она равномерно обжарилась со всех сторон, затем к мясу добавляем мелко нарезанный лук и натертую на средней терке морковь, посолим и поперчим. Затем добавляем 2 мерные чашки гречки и 4 чашки воды, и пол чашки томатного сока. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Закрываем крышку, выбираем режим тушить на 40 минут, жмем старт. И готово. Подписавшимся, больше вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Куриная грудка, 500 грамм, лук, 1 штука, морковь, 1 штука, количество порций, 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачного дня!